крошечный поселок, затерянный среди песков с непонятным названием Уртабулак. Здесь в одной из скважин газового месторождения воспламенился фонтанирующий газ. 1074 дня полыхал этот факел. В борьбе с огнем были применены все известные способы. Пробовали отвести газ в сторону, но тут же возникали новые огненные фонтаны. Укротить гигантский факел не удавалось. И тогда было решено использовать подземный ядерный взрыв. По наклонной шахте к газовой скважине подведен заряд. До взрыва осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Что же произошло там под землей? Ударная волна ядерного взрыва сдвинула пласты земли, которые перекрыли скважину. Вот и все. Факела нет. Осталось лишь зацементировать бывшую аварийную скважину.